Всем привет! Сегодня у нас середина апреля и самое время сажать патиссоны. Высаживать я буду их семенами на грядку, где у меня растут кустарники. Эту грядку я уже показывала. Она огорожена бревнами и засыпана перегнившей органикой. Ну и сверху прикрыта мульчой. Патиссоны у меня семена обычные, купленные в магазине. Вот между ними я посажу настурцию. Итак, что я для этого буду делать? Немного разгребу травяную мульчу. И в получившуюся лунку я буду выкладывать по 3 семечка. Я положила 3 семечка в лунку, добавила к ним 2 семечка календулы. Но 3 патиссона — это для того, чтобы потом оставить самый крупный росток. Теперь я просто пальцем вдавливаю семечки в грунт и все. Чуть-чуть их присыпаю, чтобы их не было видно. Теперь мне нужно это все добро полить и прикрыть. Соседи придарили мне такие вот колпаки от уличных фонарей. И я прикрываю колпаками. Вот. Если у вас такого, конечно, нет, то можно прикрыть обычной пленкой. Вот все мои лунки с патиссончиками накрытые колпаками, куском пленки. И теперь, собственно, я буду ждать, когда они взойдут. И потом уберу укрытие. Для того, чтобы придать разнообразие моим посадкам, я поместила сюда, подсадила пижму. Своим ароматом она будет отпугивать паразитов. Вот, собственно, все готово. Будем ждать всходов. До свидания.